Вечер единения с Богом, концерт полный любви и благодарности подарил питерскому зрителю международный хор «Грасиас» и Южной Кореи. Смотрите в сюжете, как это было. Рождественская кантата хора «Грасиас» – уникальное шоу, покорившее сердца зрителей по всему земному шару, стало ежегодным городским событием в Санкт-Петербурге. И уже 7 лет традиционно вызывает большой интерес петербуржцев и гостей города. Ведь рождение Спасителя – это тот праздник, который должен быть с человеком всегда. Многие люди читают в Библии о приходе Спасителя, но им сложно представить рождение Иисуса Христа. Рождественская кантата рассказывает, как Иисус родился. Мы организовали концерт, чтобы рассказать, как Иисус пришел к нам. Само имя Иисус дает нам радость. Многие люди мучаются в своих проблемах, но если мы знаем Иисуса, то от любой проблемы можно освободиться. Кто бы ни встретил Христа, освободится от греха. На сцене в буквальном смысле ожила история. Зрители смогли перенестись во времена правления царя Ирода, стать свидетелями того, как в мир пришел Спаситель. Невозможно было не почувствовать то добро и тепло, которое шло от участников спектакля. Мы получаем огромное вдохновение, когда зрители радуются. Когда мы едем в другую страну, мы также учим партии на языке этой страны, учим роли на другом языке. Когда зрители радуются, улыбаются, это дает нам силы еще больше стараться, дает силы больше репетировать, чтобы выступать еще лучше. И для нас это большая радость. Постановки с участием хора «Грасиас» зарекомендовали себя как масштабные красочные шоу, рассказывающие о главных человеческих ценностях, о чувствах и переживаниях, общих для всех людей на Земле. Хочу, чтобы те, кто смотрел выступление, смогли насладиться покоем от Иисуса Христа. Я благодарю каждого, кто пришел. Пусть благословение Бога будет на вас. Спасибо вам, дорогие зрители, и спасибо телеканалу ТБН. Профессиональная игра актеров помогла присутствующим в зале ярко почувствовать библейский